Стенка на фоне, получается, это клумба на фоне хмеля. Он многолетний, да? Конечно. Вот и шишечки у него уже есть. В общем, такая вот клумба из просто место такое, любителей кислой почвы. Вот рододендрон какой, не знаю. Он вечно зеленый, наверное. Эти, да. Верески. Ну, берескет не считается здесь раньше. Ну, гномики они скандинавские, чудища, поэтому можно. А стильва вот карликовая, она позднее всех цветет и может на солнце жить. Вот еще рододендрон. Туя, смарагд, похоже по виду. Опять верески, цинерария, да, алису. И вот еще один гномик. Она перезимовала. Туя, наверное, даника, я так подозреваю. А на заднем плане сирень. Да, тоже какая? Ой, а это что за большой такой вереск? А это мы выкопали в лесу. Я не знаю, выживет или нет. Один вроде как прижился. А так, ну-ка, можно издалека все? Сейчас и попробуем. И даже плаун, вон плаун посадили. Он плаун? В лесу взяла, и он где? Живой. Вот, ведь плаун. Он живой. Ой, а что это у него такое, споры? Конечно, или как? Да. Ой, ой, какая красота. Я не знала, что плаун у него такое бывает. Вот. И, кстати, неплохо смотрится на клумбе. Да, на клумбе офигительно смотрится. Ну вот клумба вся крупным планом. Вот она с этими с вересками и с рододендронами и с туями. Ну и, конечно же, с гномиками.